происходит тестирование игр. Все, что не смогли отсеять по 15 секундам геймплея, отсеиваем по Sunsoft. Уже страшно. То есть, а почему у меня изначально контов не бесконечно? Почему у меня изначально контов не бесконечно? Почему нужно выставлять себе настройки бесконечной конты? Так какой привык, Раф? Я только начал на нем. Так, они спины ограничены, да? Так, у меня какая-то инерция идиотская у персонажа. Почему-то разрабы решили, что будет очень весело, если таз будет как идиот 100 лет останавливаться. Проходил. Да, Раф, тебя, честно говоря, опасно слушать. Давайте проверим. Ага, нормально. Ой. Я думал, можно так сделать. Но так сделать нельзя. А так нельзя было сделать. Очень жаль. Сорок секунд еще. Так, ну пока что это выглядит как какой-то тупой платформер. Ну посмотрим. Может быть, раскроется. Почему у меня низ экрана как какое-то говно выглядит? Типа это речка что ли? Да нет, вот я тут стою. Почему у таса инерция огромная после остановки? Кто-нибудь может пояснить это? Я не хочу так умереть. Какая-то курица странная, мугон странный, все странное. Ну вообще первая тасмания на Сегу заебись, я считаю. Вторая, я считаю, не нужна условно совсем. Ну как заебись, со своими косяками, конечно. И в целом заебись. Дайте-то, боже мой. Сюда. Куда идти? Сюда. Та-ра-та-та-та-ра-та. Окей. Я говорил про сеговскую тасманию. Так, ну что это? Что это такое? Что сделать надо, блять? А пояснить нельзя было? Кошмар. Что это такое, Раф? Почему мне никто не пояснил, что от меня хотят? Пиздец, я две жизни слил просто не в никуда из-за бесполезности этой игры. Ну куда мне идти? Прекрасно, а показать нельзя было? Хорошо, тут я должен был двигаться по траве, допустим. Где вам привет еще раз? Ну, это не дофидак, ребятки. О, можно сделать так. Прекрасно. С чего, блядь?
Откуда тут попугай вонючий? А, так он не убивается. Ну что это? А, вот так? Вы посмотрите, какие охеревшие. Вообще жесть. Тринадцать секунд, между прочим. Восемь секунд, между прочим. Кошмар. Так. Не, ну выглядит вроде терпимо. Но другое дело, что ничего выдающегося я пока не вижу. Вопрос, когда это все вышло. Ну это, конечно, тоже. Все, можно, блин, уровень закончится. 7. Кошмар. Ну, мехпад, скажем так, немножко превзошел мои ожидания. Я думал, будет говно полное, но пока что нет. Пока что все даже, я бы сказал, неплохо. Твою мать. Ну ладно, поиграем, хорошо. А почему у меня жизнь отнялась? А. Хорошо. Мы же поставили себе 8 спинов. Блин, игра, в которой можно выставить бесконечные конты при начальных трех. Игра превосходная. Ну посмотрим. Жив. Ну, я гляну, ну пока нет, но я гляну. Ну, как бы ничего выдающегося я пока не вижу в этой игре, это факт. Не могу поспорить. Как и в этом геймпаде, ничего выдающегося нет. Пока что. Можно мы добежим? Пожалуйста, можем мы добежим. Конечно, нет. Добежали, прекрасно. Ладно, хоть что-то есть. И какое-то разнообразие. Окей, это босс. Отличный босс. Так. Странный музон какой-то здесь. Снайпер планеров какой-то у нас. Объясните мне, почему на Геймбое решили, что Даффи Дак это хардкорщик? Я этого не понимаю. Типа детская игра. Вот вам хардкор. Так, ну ладно. Рафа, ты не помнишь, он долгий или нет?
Тасмания это. Блять, пароль был. Я его проскипал. Ладно. Так. Ну, разумеется. Конечно, как и Соник да Хичкок. Полчаса, если не умирать. Но вот здесь было что-то, окей, хорошо. Да, легкая подлая срань. Дан-дан-дан. Дан-дан-дан. Ну ладно, раз получится. Давайте поиграем. Тут нихуя нет же. Хорошо. А если я прыгну, что будет? Ничего не будет. Ну что за подлое дерьмо? Везде все надо знать, блин. Да не прям подлое говно. Начинается. Ну ладно, как раз. Ну, умирать тут особо негде, в целом. Господи, кнопки потестил и сдох. Кошмар. Просто кнопку нажал случайно и сдох. Здорово, Гирыч. Так я просто кнопку нажал. Протестить. И сдох. Еще кто там кого разъебал в Street Fighter? Не, ну конечно, механические свечи на геймпаде это... Наконец-то, я могу сказать одно, наконец-то. Посмотрим, как компания Razer справилась. Ну, мои руки не шибко удобно для, допустим, Mortal Kombat, но посмотрим. Смотрим. Mortal Kombat я играть не собираюсь. Пошел от Mortal Kombat нахер. Ну, блядь, ну я же прыгал. Сука, как надоели эти кривые наклонные края. И все постоянно криво. Да пусть хоть в жопу себе засовывают трав. Я тут при чем? Я держу, мне удобно. Меня единственное, что расстраивает, что... Блин, тут есть переключатель PC или... Плойка, а в итоге получается, что... Шифты дублируют правые кнопки. Так,
Тарам-тан-тарам. Амазон, конечно, странный тут, когда говорит. Тан-тан-таран-тан-тан. Ну хорошо, здесь явно тут что-то есть. Окей, здесь тоже. Здесь что-то есть. А кто его знает, есть или нет. Непонятно. Ну вот, блять, что делать? Что делать? Так, блин, Гирыч, то, что ты говорил? Ни холодно, ни жарко. На них и так подписано одно и то же. Тут как бы то, что ты говоришь, а чтобы ничего нового не рассказывать нам. На них же написано R2, R2, на той и на той. Так что... Блин, мне не нравится, что уровни длинные, переигрывать их долго. Потому что мне не нравится. Не могли бы, блин, учитывая, что есть переключатель. Есть переключатель, PC, плойка. Я не понимаю смысла вот этого вот места, вообще никакого. В чем смысл этого места, Раф? Может, ты пояснишь? Клацай кнопку. То есть я просто клацаю кнопку, реально. Ничего больше не делаю. Круто, что теперь я могу на один кадр кнопки нажимать гораздо более простыми действиями, чем на, блин, резиновой вонючей кнопки. Не понимаю, в чем смысл этого уровня, просто поклац по кнопке. Странно очень выглядит. Ладно, тут есть пароли. Тут можно как-нибудь спинами. Я же взял сердце. Нет, игра, ты считаешь иначе? Ну, к паду надо привыкать, это факт, но пад точно не хуёвый, это я могу однозначно сказать. Проводной, да. Если бы пад был хуёвый, я бы на нем не смог играть вообще никак. К паду надо привыкать, да, надо привыкать. Это факт. Потому что крест другой, расположен в другом месте. Работает по-другому. Нахуя он нужен, если он кнопки не добавляет? Хотя мог бы. Так, босс. Так, ну босс для идиотов, видимо. Котик. Котик. Ну да, босса для идиотов. Ну прекрасно. Ну вот, могли бы сделать разные кнопочки. Но в целом, конечно, то, что в принципе кто-то сделал полностью механический пад, это уже охуенно. Так, level complete. Ладно, идем дальше. Ну, короче, можно в это поиграть.
с манией. О. Смотри, граф, какая-то игра у нас. Вагонетка есть. Ну, заебись. Лучше б не было, как говорится. Ладно, есть и есть. Тогда пусть надо прыгать там, где флажок. Да, смотрите, как я распознал задумки игры. Где флажок, прыгаем. Ну а тут вот хуево вышел. Флажок меня обманул. Чё, вторая часть нормальная? К сожалению, флажки хуёво отбалансированы. А могли бы лучше. Блин, ну тупая хуйня. Тупая хуйня. Плохо сделан. Ну ладно. Можно ставить себе конты бесконечные, поэтому насрать. Здорово, Тактикс. Рафа, вторая часть нормальная. Что хотели от вагонетки в Тасмании? Вспомните сеговскую вагонетку. Посмотрим. Так, следующий флажок там надо. Вот так вот. Окей. Какая же. Ну посмотрим. Вот так. Да. Отлично. Бррр. Это же не надо брать, правильно. Не, ну для геймбоя, по-моему, нормальная игра. Раф, а что ты мне про эту игру не говорил? Ты меня как-то не договариваешь про хорошие игры. Негодяй, Раф. Две части сразу. Что это вообще за уровень? Кто-нибудь понимает? Что это за уровень? Как вообще здесь оказался? Этот уровень когда-нибудь закончится? Можем мне в игру, пожалуйста? Что это за уровень, Раф? Что здесь сделать надо? Не понимаю. Ай. Все. Ладно. Так, но, к сожалению, вот эта хрень это всего лишь ориентир.
А как именно он работает? В разных случаях по-разному. Ну вот видите, здесь он по-другому работает. Плохо. Что нужно запоминать тут? Здесь мы прыгаем вот так вот. А там мы не прыгаем сразу. Тут мы вот так уже делаем. Тут вообще хуй знает что. Ну видите, тут надо было прыгать тогда, когда флажок был. А скорость мы не можем регулировать. Говно, короче. Хорошо, что можно конты поставить бесконечные. 15 минут и 45. Ой. Перепутал флажок. 15:45. Что за хуйня? Прекрасно. Что может прекрасней? 15:45. Тут сразу прыгаем. Так, да. Ну, тут, допустим, тоже сразу. Тут сразу. Окей. Ладно, тут пароли есть. Можно не сильно переживать. Блять, ну чё за хуйня? Ну почему, блин, эти все флажки работают по-разному? Я должен запомнить весь уровень. Акара. Эх, эх. Раф нас покинул. Ой, блядь, опять перепутал флажок. А как их не перепутать? Только зазубривать наизусть. Говно. Как потом вспомнить тот флажок, на котором не надо? Так, на этом прыгаем сразу. Оп. Как потом вспомнить тот, на котором не нужно сразу прыгать? А? Бойцы из чата. Следующий, что ли? Ну хорошо, допустим, следующий. Допустим, здесь сразу прыгать не надо. Окей. Это тоже нужно запомнить. Игра, игра, как же так? Вот такие игры мы играем. Так, здесь не прыгаем сразу. Здесь прыгаем чуть позже. Здесь прыгаем сразу. Там надо будет после этого говна наверх пойти, да? Здесь тоже сразу. И здесь сразу. И здесь прыгаем. А дальше, по идее, не надо будет прыгать. Но надо будет залезть наверх. Так,
Залезаем наверх. Здесь наверх. Все, запомнили, прошли. Типичное морозниковое говно. Наверное, эти уровни посложнее, если все спин-оффы меньше поставить. Но так как можно поставить все больше спин-офф, почему бы их не поставить? Правильно. Начнем ставить меньше спин-офф, если можно поставить больше спин-офф. Сейчас время. Ну блин, игра, я брал время. Не в этот раз, так в прошлый. Так, 16 секунд, это плохо. Секунд тоже плохо. О, добежали, прекрасно. Так, мы посмотрим на следующего идиотского босса. Ой, блин, как я хочу спать, ужас. Зачем я завел стрим? Повелся на уговоры Рафа. Давайте посмотрим. Оп. Оп. Ну да, можно просто так убивать его. Ну почему? Ну почему? Ну господи, ну что за кривой кусок говна? Ну вы видели, да, как умерлительно себя повел этот клоун? Да, клоун, конечно, супер мерзкий. Все, до свидания. И что? Все, все, да. Так, ну ладно, давайте еще немного поиграем. 367-123. Dark Island, говорите? Не, ну на игру пока тянет. Конечно, это какая-то выдающаяся игра. Много геймпаду? Нет. А что там может быть интересного? В чем я... Понятно. А что там может быть интересного, в чем я не смогу разобраться без нового? Игра. Зачем вот здесь сделаны конты по умолчанию не бесконечные? Почему я должен зайти и включить бесконечные конты себе? Очень странная игра.
Ну я просто подумал, раз у нас есть возможность купить и протестить механический геймпад. Почему бы этого не сделать, правильно? Я тестил. Я тестил эти переключатели. Но все это какое-то говно. Ну давай сейчас проверим. Давай проверим сейчас, что мне. Мне что, жалко проверить? Ну как, сейчас чуть позже. Дойдем до куда-нибудь. Вообще я тестил переключателя. Ну, значит, хуёво протестил. Что я могу сказать? Я пробовал этот переключатель. Короче, посмотрим. Посмотрим, Гирыч. Спасибо, что занялся изучением моего вопроса. Что бы мы без тебя делали? Так. Переключатель, конечно, подписан супер неинтуитивно. Сложно понять, что они делают. Да просто там удобнее кое-что повесить на... Чисто удобнее, понимаешь? Кое-что удобнее повесить на дальние шифты. Там рука лучше лежит, понимаешь? Чисто поэтому. Так, ну вот смотрите, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И все, я уже тут, правильно? Ну вот, блядь, ну почему нельзя было положить эти часики ближе? Почему нельзя их было положить на видное место? Нет, надо было сделать все подло. Надо было сделать все срано и подло. Вот девиз, блядь, вонючка игра разрабов. Не чтобы нормально положить на видное место эти часы. Чтобы я не сдох вот так вот. Просто я ж показывал. На ближние шифты надо пальцы на них нагибать. Неудобно очень. Дальняя рука получше лежит. И то же самое с этими кнопками. То есть мне вот на эти менее удобно значит, чем вот на эти две, понимаешь? Пары кнопок. То есть вот из этих шести кнопок палец удобнее ложится на среднюю и правую пару. А на левую пару не очень удобно. Поэтому я бы все забиндил. Как раз таки на эти две пары. Ну, в целом, я говорю, геймпад хороший. То есть, потому что я сел спокойно, прошел на нем две не самые простые игры. Я любитель шифтов, мне шифты нужны, понимаешь, удобные. Мне нужны удобные шифты. Все? Пиздец, блять, просто пиздец, просто ёбнуться и не встать. Вот такая вот классная игра. Ладно, хоть длится она мало. Сейчас, короче, дойдем до пароля и проверим, так ли Гирыч прав. Гирыч, если потерпишь, один уровень еще. Ну, как бы мир. Пройдем, пароль запишем. Протестчу в маме, как работает, то, что ты написал. Вообще я играл с этим. Thank you.
Что-то. Ну, для гейбоя игра нормальная, наверное. Здесь нет никаких трейнингов, них, по идее, не должно быть здесь. Раньше что-то с вами на Сегу круче, интереснее. Ну, тоже кривая местами. Вот так геймпад прикольный. Был бы этот геймпад плохой, я бы на нем не смог играть уже. Вот. Ну, крестик надо прыгнуть будет. Ага. Ну, просто из-за того, что он новый для меня. Как-то, может быть, был бы он не новый. Здорово, сразу. Мы тут Герычу пообещали допройти уровень, протестить его способность читать мануал. Так, что это? Я скоро закончу, в общем, тетрадо. Механический геймпад, блин. Я дожил до этого. Конечно, свечи разеровские. Снопальные. Давай. Ну, посмотрим. Наушники у Razer были такие себе. X-Ray надо, кстати, будет сказать. Сбор себе сделать на механический геймпад. Чтоб пидоранилось лучше. Так. И, по идее, должен бесконечность прожить. Если проживет бесконечность, будет заебись. Если не проживет, будет не заебись. Все просто. Капитан, очевидно, Сережа. Так, ну что тут? Взяли жизнь. Зачем? Чтобы ее просрать. Прекрасная игра. Все старания просто проебаны шикарным геймдизайном. Что ж. Телефон. У меня вообще iPhone на морозе вырубается. То есть это говно, которое тестили только в Сан-Франциско на работоспособность. Так, теперь вопрос хороший, куда мне тут идти? Так. Тут же, блин. Куда тут идти? Так. Сюда, наверное. Ну вот, блин, ну, вы хотите сказать, что никто этого не обнаружил? Вы хотите сказать, что нельзя было это место сделать нормальнее, блядь, чтобы не было вот такой смерти? Чтобы я, блядь, не занимался вот этим анонизмом? Блять, да игра про дофидак и лучше, чем эта игра. Вот только из-за одного этого места. Игра про дофидака с первого уровня показывает, что она ебанутая. Не перестает ебыть до самого конца. А эта игра, блин, показывает, что она нормальная.
Но таковой не является. Эта игра пиздит. Понимаете, эта игра пиздит. Ох, блин, еще Бэтмен гекторовский есть. Вот, пожалуйста, я, блядь, просто отвернулся. Я просто отвернулся. Я просто отвернулся на 3 секунды. Я сдох. По идее, механические кнопки должны выдерживать бесконечное нажатие. По идее. То есть, возможно, если им подряд всунуть там 100 тысяч нажатий, возможно, они сдохнут. Но так они не должны нормально использовать сдыхать. Вообще никогда. Ну, посмотрим. Но кнопки, которые под правой рукой, они прям такие, какие мне нужны. То есть, прям мягкие. Без какого-либо сопротивления. А крест щелчком. Не понимаю пока, хорошо это или плохо. Может быть и хорошо. Нет, надо поиграть во что-то сложное. Так, ну пока еще подстава будет в конце уровня. Давайте еще подстава. Нет, все, подстава нет. Заебись. Сейчас будет, по идее, беготня, а потом будет босс. Правильно. А потом мы закончим и потестим. Да, так, беготня. И ну что, для геймбоя вроде нормально. Конечно, всем нравится этот звук. Более того, вот у меня на моем геймпаде была проблема, что когда я, например, держу вверх или вниз, у меня нет, скажем так, ориентира, как понимать, что я нажал, держа вверх или вниз, лево или право. Здесь получается, благодаря этому щелчку, такой ориентир есть. Это как занятие гитаристов под метроном. То есть тут на этом геймпаде, может, такое и можно делать. Так, сейчас будет босс, паролик. И потестим. Так, ну что? Так, что? Как мне тебя убить-то? Может прыгать, но у него, да. Я не понимаю, как мне босса убивать. Пиздец, я не понял. Что я сделал, чтобы босса убить? Понятно.
неплохо. Просто подождать. Ну ладно, просто подождем. Ладно, просто подождем. Мне, кстати, щелчки не очень хорошо слышно. Так. Как они там засунут? Ай. Что-то он по говняному летает, конечно, но ладно. Разберемся мы с ним. Ну, босс, конечно, халявный, так скажем. Давай еще типа кнопочку. Молодец. Так, ну сейчас посмотрим, был ли прав Gear X2 или не был прав Gear X2. О, господи, 662. 077, даже скринить не буду. Телефон все запишу. Шесть шесть два восемь семь. Так, давайте посмотрим.